Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Нигамок, Very Fast. Сегодня мы играем в Прикрикс. Пацанчики, поздравайтесь. Привет всем. Привет. Все же догадались по этой постройке, что сегодня у нас будет серия Пожиратель, который будет просто всех мочить, ну, а пацаны должны выжить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Пацаны, вы готовы? Да, готовы. Ну что, погнали. А что это вы вертолет мне поставили? Чисто поржать, да? Да. Это то, я покажу, как я могу. Смотрите, просто обжора. Глаза еще так прикольно сделали. Ой, у меня штука отломалась одна. Хорошо. Сдаем назад. Пацаны, я погнал за вами. Прикольная очень игрушка. Первый пошел. Это очень сильно. Ай-яй-яй, как-то управление надо привыкнуть. Вообще просто. Ой, все. Вообще сильно. А можно возрождаться? Конечно. Короче, давайте я возрождаюсь, вы. И на счет три будем начинать. Давайте на вот этом вот пятачке, чтоб недалеко. А ты бесконечно себе поставь. Не, не надо, так будет интересней. Ладно. Все. Будем пытаться поймать. Да вам не надо ничего делать, высок. На тебе, подстрачечка. Один улетел. Ой-ой-ой, повезло ему просто. Сейчас будем этого. Так, будем сейчас ловить вот этого вот. Как это? Не минивэн у тебя? Как и называется эта машина? Я уже забыл. Я не Бобкэт. Во, на тебе. Ты мне лыжню одну отломал. Без возрождения. А, нет, хорошо, давай я тогда. На тебе сразу. Мне так непривычно в эту игру играть. Физика очень крутая здесь, но игрофон на высоте. Вроде идет сюда 60 кадров, оптимизировано. Смотрите, как я его на изично догоняю. Нет. Во, это эпичный кадр. Красиво. Ты еще живой, да? Да, еще живой. Так, я сейчас тебя буду ловить. Так, давай, не возрождайся, я тоже не буду. Пацаны. Давай, давай. Вот это у меня колес просто куча. Все, эта машина уже того. Ну вот, теперь она точно того. Все, теперь смело. Вообще ни о чем. Пацаны, я очень мощный. Хорошо, давайте сделаем по-другому. Я сейчас очищу карту и возьму... пожирателя другого, потому что я накачал крутых. Хочу взять какого-то более быстрее или меньшего размера. Смотрите, я еще скачал вот такого глазастого. Надеюсь, он вам поднимет настроение. Он такой маленький. Ой, прикольно. О, не-не, он голимый, он голимый. Он голимый. Удаляем его сразу. Он реально конченый. На картинке вроде кажется большой. А, он и похож на кучу говна на колесах. Ну, все сходится. Ну, у нас, конечно, есть вот такой вот просто гигантский пожиратель. Пацаны, ну, смотрите. Вот это жесть. Это бабайка. Бабайка, да, говоришь? Давайте посмотрим, что эта бабайка может. 5 скоростей. Нифига себе, наш дрифтует. Давайте, этот ушел первый. На... Пол машины просто оторвало сразу. Знаете что, я чувствую какую-то мощь. Давайте попробуем его просто схлопнуть. А ну-ка, аккуратненько подъедем. Чпоньк. За что? Чпоньк. Может как-то серию снять, когда мы будем чисто раздавливать классные постройки, механизмы этой машиной? Ну-ка, давай, мы теперь будем тебя ловить. А ну, кто на серой машине? Иди сюда. Попробуем на всю скорость. Пятая скорость. Нифига себе, догоняю. Повезло тебе. Ой-ой-ой. И, наверное, отломается, да, у меня сейчас? Ой, класс. Все, бабайка того. Так, бабайка такая себе. Давайте еще раз у кого-нибудь бахнем. Пацаны, вы готовы проиграть? Нет. Не готов. Ой, я могу щупальцы раскрыть. Ой-ой-ой. Пацаны, я еще еду, че вы? А нет, движок оторвало. Да кто-то стреляет по мне. А теперь там какая-то взрывается машина сзади тебя. Понял. Надо валить сразу отсюда. Давайте раскроем щупальцы, чтобы у меня было больше возможностей. На! Пацаны, чего вы подаетесь? Давайте пытайтесь выжить. Все, давайте возьму другую. И на это я, наверное, уже буду долго ездить. Потому что вот этот будет более такой крутой. Так, где эта точка? Вот мне кажется, вот это будет вообще крутецкий. Где он? Вот.
Воу, ребята, это идеальнейший вариант, что я мог найти. Оно еще само делается всегда. А, да ну иди сюда. Ой-ой-ой. Как это вы удалили? Просто размял его в говнище. Вездеход такой крутой. Уезжаем, пацаны. Надо туда лезть. А ты меня догони. Ну что, давай. А кто ты? На какой ты машине? Я на синей такой. Давай, я за тобой. Не, я лучше уеду. Смотри, как я дрифтую. Я тебя догоню точно. У меня очень мощная машина. Ага, догонишь. Чего? Я уже сотку лупашу. Я 200. Ты 200? Ой-ой-ой, зря ты, зря. Не, я же жив. Ой, я тоже зря. Неплохо получилось у меня. Давай, 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 да. Ты можешь. Я еще жив. Бежим, бежим. Надо просто максимальную скорость сразу рубашить. Колеса одного не хватает. Я думаю, что я так плохо еду. Ой, какие-то запчасти. Давайте в город. Давайте сейчас в город поедем. Да я так вас догнать не могу. Какой город? Ладно, ой, не могу ой, взять. Ой-ой-ой. Пока промокает. Блин, нет, ты что рейт, меня блин. Кидает? Она очень как-то плохо ездит. А, я просто повредил ее сильно. Слышишь? Пока. Да нагали моя. Короче, вывод. Самый первый пожиратель, самый крутой. Я могу сейчас тебе жесткого показать. А ну давай ты покажи жесткого. Пожиратель от подписчика. Может вообще сделаем какой-то классный ролик, когда вы подготовите и все постройки, которые вы найдете крутые, покажете в ролике. Сейчас. Нифига. Давайте я удалю свою кабаку. Вот это пожиратель, это какой-то экскаватор конченый. Че это не ты показываешь? Я показываю. Что это такое вообще? Я достаю своего. Давай, доставай, расчехляй. И это вообще какой-то странный механизм. Пока не ищут, я поставлю своего мощного пожирателя. Если что, мне... это из несколько. Давай, чай быстрей. Прощай. У вас и так, Димас, да? Пожиратель, значит, мы взяли. Ого, да отвали ты, это какой-то у тебя... А ну давай, пожиратель на пожиратель. Кто кого? Давай, я возрождусь. Проиграет тот, кто не сможет двигаться. Давай, иди ко мне. Пацаны, не мешайте, пожалуйста. Живой. Да, ты мне, кстати, вообще повреждений никакого вообще не сделал. Просто ноль. Это массивный просто. Бум. Я вообще не спрячу, что все, мастерскую скачал. Нормально, нормально. Я живой еще. Надо тебе вредить колеса, чтобы ты не мог двигаться. Проиграет тот, кто не сможет ездить. Эй, не мешайте. Нормально, нормально дрифтую. У нас схватка. Мощных пожирателей. Я ему отломал все клешни, наконец-то. Ой, кто-то мне попал просто под колеса и сразу проиграл. Я на месте могу классно дрифтовать. Я загорелась. Нет, надо ехать быстрее. А, нет. Блин, я проиграю, наверное, я загорелся. Я живу еще. Это что такое вообще? На. Пугаешь так. Я его должен догнать. Все-таки мне слабо. Бум! Жестко! Я горю, я горю, но я еще еду! Я еще еду каким-то образом! Ты можешь двигаться? Не, я не могу. Я выиграл! Я двигался еще! Видишь, я еще еду! Еще одного. Да, я вижу. Давай еще одно. Я горю! Пацаны, давайте берите тоже пожиратели. Битву пожирателей. Мне кажется, это более эпичнее. Давайте. Будет. Потому что гоняться с вами это сильно так просто. А вот пожиратели, когда одинаковые силы, это мощь. Не знаю, это считается пожирателем. Так кто по мне стреляет? Какое говно? Это самого пожирателя. Бум! Просто ни о чем. О, Димас, помнишь этого танка, который тебя разносил всегда часто? Бум! Разворот на 180 на месте. Где мой вот танк? Это мощь! Не знаю почему, но этот пожиратель лучше тебя же, чем твой.
Ну, я понимаю, потому что это и сам худший. Ну, давайте, кто против меня? Последняя битва, пацаны. Я выйду. О, давай, раз, два, три. Дави этого додика. Бум. Вообще сильно. Вот это мы в канале устраиваем. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Абгай, Васаби, Скромник, Алкоголь, Кейк, Сенка, Куёко, Роман. Пацаны, поздравайтесь. Я вас достану. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Брикрикс, и у нас сегодня пожиратель с базуками, который, когда едет, сыт какой-то вонючей мочой и будет нас мочить и взрывать весь город. Если опять же кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, валим. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. И будем веселиться, угорать и записывать классные игрухи. Ой-ой-ой-ой, красиво. Ого, полдома отломал. Эй, ты что, пьяный? Вот за руль пустили, вы что? О, вижу, одного убил уже? Он сзади нас, пацаны, будьте осторожны. Блин, классно играет нас 8 или 9 человек. Так что любой может, у кого есть наши игры, купленные в Steam, может поиграть с нами. Не надо меня подрезать, пожалуйста. А где он? Он решил поехать по другому пути. Решил под челиков там понаходить. А где он? Вы его видите? Инфу, инфу. Я его не... Угай, теперь я двухколёсный. Так, осторожно. Опа. Сзади меня сидит. Ну, привет. А у тебя базуки мощные вообще или нет? Один, да, мощный. Они сильно, да? С одного выстрела уровня. Ладно, я беру пожиратель, я задолбался врезаться в здание. Ты не умеешь, да, управлять в этой игре? Или ты машину взял конченую, да? Ты куда, Димас? Ты зачем поворачиваешь? Давай прямо. А, прямо не, прямо я не буду, извини. Ой. Тогда даже если прямо, ты меня не догонишь. А я тут это, дрифчу. Да? Да в смысле, из чего машина сделана? Ну, она управляема, у меня очень база широкая, колеса. Красиво, красиво гоняем. У него мощная машина и движок так классно лупашит. Ого, тут этот чувак летит на двух колесах возле пожирателя. А вы чего базуками не стрелять? Вы же можете стрелять, или вы забыли? Ой, блин, сказал только. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ху-ху-ху, видели, от крыши пролетело? Ой-ой-ой-ой. Представьте, если бы это было попадание, моя машина развалилась бы на куски. Так, моя машина и так уже начала ржаветь, пока они меня ловят. У меня уже волосы выросли, уже пора бриться. У нас ведь тоже ржавые машины. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И на канале можно стать спонсором, получить новые роли, эмоджи и картинки. До связи. Можно, пожалуйста, еще раз? Я просто говорил. Ну еще один шанс. Ну реально. Ладно, да это, блин, я аж дернулся. Так громко в наушниках это было. Ладно, давай, Дима. Все, хорошо, дай только свалить. Стой, стой, стой. Ладно, блин, у меня машина. Блин, ну базука мощная. Она что, там метка прям так стреляет? А, она вообще без присылки. Мы так от... Наугад. Наугад, типа на глаз, да? Ууу, красиво. Чтобы ты понимал, я за один выстрел могу взорвать любое здание. Так давайте, взрывайте, покажите. Ванханай? Ой, сейчас буду возле домов проезжать, и вы будете их взрывать. Давайте. Сделаем эпик подписчикам. Я еду до домов. Кто в меня врезался? Сейчас, короче, ребята, досмотрите до конца. В конце ролика мы взорвем весь город. Будет просто плоская карта. Надеюсь. Нет, там будут мукорки. Воу-воу-воу, легче. Вот это скорость, вот это скорость. Смотри и учись. Секунд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дурак, что ли, по мне стреляет. Че нажимать-то, чтобы перевернуться? Я же знаю, как-то можно. Просто кнопки. Я вышел с машины и бегу. Ну вас нафиг. Отвали! Кто-то может мне машину взять? Кто еще живой есть? Отвали! Да пожалуйста! Ну блин, да. Да-да-да, надо. Да ну, нет! Да, убил. Блин, это было больно. Это было очень больно. Хорошо, я вам поддавался на самом деле. Да ладно, не поддавался, просто не смог выиграть. Блин, прикольно получается. Ну что, теперь я тоже на пожиратели. Ну чё, пацаны, где они? Вот, я вижу одного игрока. Тварь. Всё. Ребята, красивый выстрел. Ого.
Ого. До связи. Пожиратель в действии. Бум. Ребят, это было эпично, у меня сзади колеса оторвало. Блин, это жесть. Блин, пипец, я, конечно, ускоряю. Так, камеры, камеры можно... Ого, здесь сколько видов камеры у нас. Это еще живой есть? Стали. Такой к тебе вопрос. Тебе понравилось? Или я не на тебя залез? Что, не упало? Да? Я вижу, я залез, смотрите, ребята. Бум, упало на челика какого-то. Димас, это меня раздавило. Я еще стреляю по зданиям. Блин, мощная здесь пушка. Аккуратно, если на тебя упаду, то я раздавлю. Это жесть. Ой. Еще одно упало. Так, кстати, кстати. Это я тут жму все подряд. Ум, еще одно здание. Давайте по этому постреляем. Сколько надо выстрелов? Два. Три. Нифига не ломается. Еще одно здание. Офигеть, прям гора этих выросла мусора. Так, давайте поучаствуем тоже в полном здании. Бум. Это что, все высокие здания или еще есть? А что, мы всех убили? Боже. А что, давайте тогда битву между собой. Вы готовы? Бессмертие, да. Да, давайте бессмертие вырубайте. Это мы знаем. Три. Два. Один. Ноль. Стой, не стреляй. Ты, ты уже на прицеле. Смотри, какой хитрый. Я отчитываю время, он по мне уже целится. Отвали. Я делаю ноги. Я живым не дамся. Я живым не дам. Ух, еще завалили здание. Лови. Видели, как рядом было? Лови. Газуй, 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 газуй. Ох, блин. Эх, вонючий. Тихо, тихо. Привет. Ух ты. А я могу ехать. Ух, как рядом. Бум. Блин, эпичные, ребята, кадры. Эпичные. Отвали, отвали, сейчас стрелят по мне. Ай-яй. Я живой. Я живой, я живой. Ух ты. Тихо, тихо, ребятушки. Во-во-во, на прицеле. Ес, попал. Есть! Я был откуда, кто? Бу, а у меня что, нет базуки? У меня нет базуки, вали, Димка. Боже. Ай, Лего, моя машина разлет. О, спасибо, облегчил. Облегчил меня. Блин! Видели, как эпично взорвалось? Круто, круто. Бум, тебя тоже наказали. Спасибо, пацаны, что вы его наказали. Это я, Дима, своего наказываю. Ух ты, давайте посмотрим битву. Возрождаться нельзя, кто-то возродился, мне показалось, не? Я сейчас еду до какого-то чего. А, я там. Ой, я уже, короче, не участвую, все, выхожу с машины. Бум! Бум! А я до утра не еду. Мою машину взорвали. А, это. А кто перевернутый там лежит? Ой-ой. Ой, нет. Ай, ладно. Ага-ага. Ну что, кто там выиграл? Я? А, нет. Я еще жив. Кто выиграет-то? Я перевернулся. А, нет, не перевернулся. Ого, кто-то пролетел, псих, пол машины нет, он еще ездит. Так, я так понял, челик умер, все. Ой, я сейчас Обгая убью. За ним еду. Догоняй, лечу. Съемка с воздуха, с квадрокоптера. Тайся его. Ой, красиво дрифтуешь. Дрифт. Токийский дрифт, Димас. Дрифт. Токийский дрифт. Летит, летит квадрокоптер, не отстает. Давай, разбей. Разбей сейчас машину новую, это ты умеешь, конечно. Да она уже разбита, уже поломали. Вот мы взяли ведь в аренду на съемку. Уже даже город... А, опять в аренду на съемке берем, да, технику? Разбиваем ее? Да, мы даже город арендовали, и опять города есть. Ой-ой-ой, у него что, бессмертие включено, что ли? Бессмертие? О, ах ты читер, я думаю, а чё у него не рассыпается, у него бессмертие. Я это ранить буду, потому всё. Что у меня пушек нет. Проиграл. Проиграл, всё. Да, у кого бессмертие, проиграл. Кто у нас остался еще здесь? Я остался. Я умер. Я на разбитой машинке. Ну всё. Так а кто выиграл, так и не понял. Я бы ещё. А если я какую-то чужую машину врезалась, которая просто... Это норма. Это норма, да, для Берри Крикса это норма. Не учу. Короче, я так понимаю, что выиграла дружба или чё?
Я выберу, кажется. Мир, дружба, жвачка. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Профит, Пингвинус, Ол ТВ, Кошмарный Тубони и банда каких-то... Не буду называть их. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем здорово. Здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте. Однако всем здравствуйте. Ребятушки, у нас сегодня очень крутой ролик, потому что мы будем убегать от здорового пожирателя акулы. Если опять укусите, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Вот ой, это она стрёмная. Первого раунда возьмем себе автобус, а потом буду все быстрее и быстрее машины брать и убегать. А, тут зажать можно. Ну да, зажимаешь и все. О, что-то я жалею, что автобус этот взял. Подожди, подожди, дай я уеду. Стой, стой, дай нам хотя бы 10 секунд. Эй, что-то я чувствую какой-то подвох в свою сторону. Это будет что-то жесткое очень. Ну что, давай, 3, 2, 1, погнали. Буду вокруг здания убегать. Так, бессмертие у меня выключено, выключено, у всех выключено. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, наехал уже на одного. Я перевернулся. О, спасибо, спасибо тебе. Только ты меня полавтобуса оторвал, и заднего колеса теперь нету. Ребята, чем мне нравится эта игра? Потому что очень классное разрушение. Именно полноценные лего-постройки. Там человека захавали. Да, ты отлично, отлично. Вы, ребята, тоже возрождайте, сразу берите машины. Будем выживать и выживать, а потом в другой половине ролика буду за акулу играть я. Да. И не забывай обязательно ставить лайкосики и подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. И кто хочет с нами попасть в ролик и записаться, заходите в наш дискорд. Эй, автобус! Ой-ой-ой, не валяш! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, возродимся. Возродимся. Не съела, задави. Да? Он именно... Кстати, он тебя может и задавлю, именно автобус он съест. Но я буду специально вот тут убегать, вот в таких штуках, где ему будет тяжело заехать, так как он гигантский. Так, да. Давайте сюда поедем. Вообще можно. Вижу, вижу, выдвинулся нахуй. Ой, сожрал еще одного. Не-не-не-не-не. Я ему челюсть оторвал одну. О, это ты молодец. Кстати, акула тоже разрушается. Очень классно. А, все, я не могу ехать. Нажимай backspace, ты возродишься. Ой. Ну да, я знаю. Ой-ой-ой, в воздухе бах. Так, все, валим, 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 валим. Он за мной, он за мной. Нет, пацаны, я убегу, я убегу. Блин, не в ту сторону повернул! Автобус кончено рулюется! Я живой еще, пацаны, я живой! Я пока еще не... Ой, жопа горит! Горит жопа! Так, пацаны, хорошо, я сейчас возьму себе другую машину. А, он еще ест меня! Ой-ой-ой! Все, все, я живой, я еще живой! Все, убил! Да как, в смысле? Да все, убил, убил! Представляете, как он мне жестко вообще лупанул? Отстань! Так, поехали его подразним. Давай посмотрим, у кого быстрее машина ментали у меня. Смотри, ты меня не догонишь. Вот это скорость, GTR рулит. Ой, колесо, нет, не колесо. Занесло. Держусь, 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 держусь. Отлично. Ой, да что ее так несет? Бум, в здание влетел. Так. Я вижу, я вижу. А я уклонился от него, смотри. Видишь? Нет, не дави, не дави, не дави. Ой-ой-ой, полмашины разлетелось. Тихо, тихо, хвост вонючий! Хвостом ударил, представляете? Все. Вот это же. Кстати, у тебя хвост очень опасное оружие. Так, валим, валим, валим. Все, 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 отлично. Кстати, акула у него такая, знаете, очень быстрая, как для такого большого здания, большой постройки, здания. Точно, что здание, а не акула. Она еще разгоняется? Она электрическая, да? У тебя на электричестве ездит? Да. Поэтому и скорость такая. Так, уклонимся по красоте. Так, отлично. Ой-ой-ой, челюсть отлетела. Он чувака просто раздавил. Вот это жесть. А я постою пока, мисс, покайфую здесь себе. Я весь ролик кайфую. Нет, газуй, машина. Нет, 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 нет. Есть, я живой, я живой. Я живой. Дима. Да ты задра, да что у тебя? Ай-яй-яй. Просто нереально. Вот это вот, ребята, вакханалия творится. Я еще живой, я живой. Давай, машина, газуй. Газуй, газуй, газуй. Вонючий хвост, отвали от нас. Погнали от него. Давай, давай. Вот это скорость у машины. А, бочка, бочка, бочка. Ого, даже не разлетела. Ой, спасибо тебе. Я еще живой. Я дарю. Вот это класс. Ой, у меня перевернулась тачка. Смотрите, смотрите, уклонился, уклонился, отлично, жри пацанов там, бум. У меня еще на, в челюсть зубы разлетелись. Привет, Дима. Внимай нижняя челюсть у акулы, вот это она гигантская. Да. Давай, ешь меня, ешь. На. А, газуй, 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 газуй. Есть, еще чуть-чуть, он меня сожрал бы. Уклонился.
Машина немножко разлетелась моя. Где он? Вон он, вон, я его вижу. Вот это там пацанов колбасит. А, я посмотрел не туда! Ес, я живой! О, ты мне кабриолет сделал, спасибо! Да газуй машина, да что она ламбаду танцует? Я живой еще, я живой, я живой. Как ты... О, хвост отломал. У меня машина настолько прочная, что он хвост отломал от меня. Еду, еду, я подлетаю и ломаю профиту почти всего пожирать. Вот это ты жесть. Вот это хвостом улупил. Уклонился, уклонился, видели? По красоте. Обманный маневр сработал. Ну что, я стою. Сейчас иначе раз эту машину разрушит, я возьму еще какую-то другую, джипа возьму какого-то мощного. У него в глазу очень слабое место. Смотрите, смотрите, он меня не догонит. По красоте дрифтуем. Ой, блин, не туда заехал. Машина, не разлетайся. Я лечу. Не надо, не надо. Смотрите, не попадет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это эпические кадры. Да еще раз. Вот это жесть. Ты задрал своим хвостом вонючим. Отвали, хвостатая морда. Да ладно, хорош. Уго, у тебя там зонтики какие-то с жопы повылетали. Смотрите, пацаны, на мою машину. Вот это жесть. Так, сейчас буду машину менять. Челюсть побью, давайте. Я с запчасти скину с нее. Классно сделано. Смотрите, как машина вообще разлетелась, но при этом я еще могу ездить. Дима мне кабриолет сделал. О, у меня тоже сделал кабриолет. Ой-ой-ой, все, он сделал с меня просто фарш. Нет, динозавру сожрали. Смотрите, какая тачка у меня. Это про... Ого, вы-то что в завакханалию сделали? Это не мы, это профит. Профит, молодец. Тихо, тихо. Развалил. Не попадаем. На, красиво ты под ним пролетел, конечно, пожертвовал своей жизнью. И вот это с акулы из запчастей вылетает. А я не боюсь акулы, я теперь чётко буду уклоняться. Смотрите, вот теперь он меня не сможет убить на акуле. А где ты? А я вот стою, у меня очень низкая машина такая серая. Ой, у меня плохо. Иди сюда. Вот это его колбасит жестко вообще. А он теперь без нижней челюсти никто. Ну да, не, он может своим весом давить. А где он? А вижу, вижу, появился. Вот он. Газуем. На, тебе сожрал. Красиво. Он меня не сожрал, кстати. Профит вон внутри сидит. Стреляйте. Опа, я хочу с него спинки. Так, заезжаем сюда. По красоте. Вот он, акула. Не догонит, не догонит. Смотрите, как я быстро еду. Ой-ой-ой-ой-ой! Бочка! Бочка! Дима, я ему весь хвост открыл. Да, молодец. Органы посмотреть. Не догонит, не догонит. Ай, спасибо тебе! Да что ж ты? Ого, запчасти! Я живой! Я живой, полмашины нет. А, горю, 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 сейчас горит все. Вот он едет, вот он едет. Эх, уклонился! Вот это было красиво. Ай-яй-яй. Я самотал с водителем. Движок оторвался. Мы сейчас к тебе в рот залетим. Я ему зуб оторвал. Хвост вонючий, отвали. Я ему челюсть оторвал одну. Убегает не вы, а я. Не-не-не, ты должен... А ты возьми бессмертие себе включи. А машину не... На машина не действует. Есть. На машины действует. Зажми и подержи. Да, зажми, подержи эту кнопку, и все, у тебя включится. И ты будешь бессмертный. Ой, а че? Ой, я за картой появился. Смотрите, какого я взял себе. Это как джип такой, или что, я не понимаю. Ну, такая, как багги машина, мощнецкая. О, тут уже копы ездят. Так, акула бессмертная, да, у нас? Теперь она просто всех будет жрать. И уже теперь смысла ее толкать нема никакого. Теперь чисто выживание. Тихо, тихо, аккуратно. Газуй, 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 газуй. Так, тихо, стоп, нет, вперед, вперед. Хи-хи-хи, боком наваливает акула, нормально. О, тут она не проедет. Не догонишь меня. Не догонит, не догонит, а я вот тут буду ныкаться, он меня тут не достанет никак. Знаете, как моя тачка называется? Молния Максим. Да? Нормально, вот где-то на тебе сигналки все разломал. Так, уклоняемся. Он не проезжает. Я специально здесь езжу, чтобы ты не проехал. А нет, смотрите, вездеход прям целый. Хорошо, давай я выйду на поле, ты попробуй меня догнать. Тихо, 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 скоро я. Ой, колесо оторвало. Так, давай, я тебя жду тут на поле. Попробуй догнать меня. Мы тебя ждем. Давай, выезжай, щенок. Смотри сейчас, как мы его обманем. Сзади хвоста проедем и все. Опа! Ай, вот это жесть, какая скорость!
Скоро не повезло. Тормоза, тормоза. Вы вообще тут есть тормоза? Ох, на дыбы встает. Вижу, акула едет. Смотрите, как я уклонюсь. Красиво. Что, акуленок? Акуленок ту-ту-ру-ту-ру. Сейчас, давайте проверим. Ой-ой-ой, красиво. Прям в челюсть влетел ему. Давайте мы его накормим машинками. Так, я буду сейчас на все газовать. Он сзади меня, смотрите. Догонит, не догонит? Спасибо, что ты толкнул его. Спасибо тебе. Ты мне жизнь спас. Беги! Тормозов вообще у машины нет, она тормозит больше, чем едет. А, тут кто-то на этой, на неуязвимости. Эй, пацаны, отключайте неуязвимость, у нас такого договора не было. Да, читы, фу. Эй, баньте его. Нет, да, он разрушает. Красиво уклонились. Ой-ой-ой. Я, пацаны, думал, мы выживаем, а не тараним его. Смотрите, как красиво, не достал. Акула не валяшка. Ой, это я перевернул. Отлично, отлично. Ой, куда это я улетел? Тормоза, 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 тормоза! Вот это красиво, я уклонился. Видели? Еще чуть-чуть, даже ни одной запчасти не отлетело. Газуем, 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 газуем! Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. Это машина, ну что ты как дурочка себя ведешь? Вот это класс. Люди разлетаются, все разлетается. Ладно, ребят, давайте уже реально выживать. Не, я и так выживаю, я самый меньше, наверное, умер раз. Смотрите, не может меня догнать, я никак. Дима, не ты, я меньше всего. Догонит? Нет, не догонит, он остановился. А чё? О, ребята, просчиталась игра! Игра просчитывалась! Ой-ой-ой-ой-ой, да это какой-то беспредел! Да ладно, да я поддался, ну. Да нафига ты подаёшь. Опа, опять он, газуй, 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 газуй. Интересно, догонит, не догонит? Так, буду сейчас по прямой чисто лететь. Офигеть. Ай, голимый бугор, засратый. Дождаемся. Ой-ой-ой-ой-ой, живой, половину запчастей нет, от машины оторвала. Ого, акула перевернулась. Ты что, она гигантская просто. Нет. Есть, я живой. Это была защита. Ай-яй-яй, движка нету, что ли? Не, есть движок. Есть я движок. Под крылок отлетел. Пацаны, у меня просто корпус от машины остался. Так, все, пацаны, теперь буду я за акулу играть. Вы готовы? Да. Так, удаляю все машины. Ой-ой-ой-ой-ой. О, давайте, договорились, я согласен. Так, пацаны. А если Дима первый развалится, что делать? Ну что, акула выходит на охоту. Вот это я гигантская. Давайте я включу все-таки бессмертие. Ух, вот это она большая. Она гигантская, конечно. Просто. Хоть попробуй, как она управляется. Давай, Димка. Она как не валяшка просто. Не-не-не, если прилобаться, то... Смотри, он джип едет, он не отъедет от меня. Смотри, догоняй его. Прощай, джипяра. Все, я лох. Вот это жесть. Ты умер, да, все-таки первый? Да. Ну, привыкай. Хвост, хвостом тебя сейчас буду бить. Давай. На, вот это класс. Тяни компенсацию. Так, разворачиваемся. Хвостом тебе. На! Вот это она здоровая! Да вы че, офигеть? Зебры тебе пропищали леща. Так, сколько она едет? Селедка. 300 километров в час. Сейчас я отсюда буду разворачиваться и пацанов гасить. Так, давай. Тормозим. Их, акула. Ну, кстати, у нее половники как бы сдерживают ее, она не сильно переворачивается. Дима, я 400 еду. Ого, это ты сальтухи там крутишь? Прощай, первый пошел. Бу. Опа, я вот увернулся. Это осколки, красиво, да, тебе повезло. Вот я вижу еще одного. Он не уедет от меня, смотрите. А ням-ням-ням-ням-ням-ням. Иди сюда. Ух, повезло тебе, так повезло. Это акулы и рыбки. Ему не повезло, ребята, смотрите. Ам-ням-ням-ням-ням. Вкусный. Теперь через пару часов ты в туалет уйдешь. Так, отлично. Разворачиваемся. Откроем челюху. Вижу жертву. Вижу, за кем я сейчас буду ехать. Ну что, прощай. Эх, повезло тебе, так повезло. О, желтая машина. Надо тебя съесть. Красная. Ой-ой-ой, закусила. Давайте дразни Диму. Да какие там дразнения? На. Вот это жестко его погрыз. А я не сдох. Дима, догони.
Догнать? Да я тебя легко догоню, смотри. Я же псих. Я не догнал, Дим. А какая у тебя машина? У меня желтая. Желтая? Ну все, давай. А почему не красная? Вижу, вижу желтого. У меня крас. А нет, туда за горы не поеду. Я в горы не буду ехать, потому что акула по горам что-то плохо ездит совсем. Я улетел. Вот я сзади, Димка. Вижу, вижу, вижу. У него вечно выстрелы из жопы идут. Здание! О, привет, акула, я знаю. Кру даешь, Дима. Ай. Боком наваливаю. Ты меня крыло снял, спасибо. Нормально, нормально. Я хочу желтого уничтожить. Ну все. Давай, уничтожь, Дима, я. А не, он далеко уехал. Не, я так далеко отъезжать не буду за одним. У нас тут еще столько жертв. Вот, смотри, я красный, едь за мной. Сейчас. Давай, 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 давай. Во, смотрите. Красиво! Вот это же миллион осколков. Красиво, четко попал вообще. Ой-ой-ой. Есть. Акула, конечно, так управляется, надо специфически привыкать. Ну да. Давай. А чего ж ты подставляешься? Красиво. Хочу тебя порадовать, Дим, что вот это. Ничего странного, наоборот. Ух, смотри, повезло красному. Да как ты там уклонился? О, иди сюда. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Нет, живой. Да как, я ж тебя съел. Опа, еду. Да. Черный, прощай. На. Дима, не догонишь. О, давайте гонки с рыбой сделаем. Давайте, вставайте на исходную. Опа. Сегодня по прямой, но проверим, насколько рыба это быстрая. Она 100 едет. Не, она на 300 едет. Ого. Больно. Да. Раз. Так давай, отъезжай, там какой-то челик стоит возле меня, отъезжай. Возроди свою машину, во, давай. Вот, прямо от травы. Так, раз. Давайте, вставайте все. О, танк, вообще жесть. Так, ну что, вы готовы? Да, капитан. Раз, два, три. Смотрите, акула первая. Я четвертый, кажусь. Смотрите, насколько акула быстрая. А я второй. Я пока что четвертый. 300 километров в час. 300. 300? Да, настолько она быстрая. Ай. Тихо, хочу перевернуться. Ты мне машину отстрелили. На тебе, щенок вонючий, на. Я живой. Ну ладно, зато твою машину пожрал, нормально потрепал. Опа. Еще один. О, я умер, а чё я умер? Так, пацаны, давайте теперь сделаем так, битва против меня, я отключаю себя бессмертие. О, можно более или транс позвать? Все, давайте, я должен повыживать на акуле, а вы должны меня замочить. А чем? Вообще легко. Да просто тараньте меня и все. Давайте хвост отобьем. Нет, я буду текать. А теперь я буду не текать. Машины, чтобы да. Больше красиво, валит. Не теперь главное, что мне нельзя врезаться, потому что реально моя акула разлетится на Дима, куски. Дима, стоматолог тебе едет. Ай-яй-яй-яй, нет, целое. А вы где? Я убежал немножко. Я практически в городе, но в город не буду заезжать, потому что я там среди домов не просунусь. Опа, одна запчасть у меня уже отлетела. Рельсы. Ай, челюсть. Еду, да, отлично, наваливаем. Не догонят, потому что реально быстрый. Вот это скорость. Так, ну, отлично. Нижней челюсти уже нет у меня, я уже немножко пострадал. Рельсы. Ой, тут рельсы. Рельсов много. Рельсы, проехал, отлично. Ой, смотрите, сейчас чувака поезд собьет. О, нет. На, вот это красиво. Бу. Эй, челюсть. Так, короче, я рельсы не могу проехать. Я тебя сейчас съем. Я тебя сейчас... На, ой, смотрите. Вот это красиво. Ой. Я что, горю? Я горю. Надо скорость держать, чтобы огонь не распространялся. А это я врезался. Прикольно, кстати, нет, внутри сделано. Просто посредине стульчик. А, у меня жизни тратятся. Нет! Нет, да я умру! Нет, жизни! Все, пацаны, я умер. Ну, я поддался на самом деле. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Ампер, Куёка, Растишка Мэн. Пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Ребята, ну что, давно у нас не было игры Брикрикс, и все подписчики попросили, чтобы мы записали что-нибудь с пожирателем. Мы скачали очень крутого пожирателя, это не просто пожиратель, а у него еще есть и базуки. Он стреляет прямо и по бокам. Если опять тюкшите, приятного аппетита, а у нас выживание и угар. Погнали. Ну что, пацаны, даю вам 5 секунд для того, чтобы я вас больше никогда и не видел в живых.
Ребята, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Любой может зайти и записать с нами классные ролики. А я надеюсь, пацаны уже разбежались, и я выехал на охоту. Кстати, в этом ролике, наверное, знаете, что мы сделаем? Разрушим все дома, которые здесь есть. Давайте уже начнем. Давайте проверим, по бокам четко стреляю. Вот! Спереди и по бокам. Вот это мощь! Да чего? Смотри, как круто! Так. О, первое здание ушло. Так, я никого из пацанов не вижу. Вы что, поубегали? Я же могу камеру далеко сделать. Так. Блин, ну вот этот пожиратель, он реально крутой. Он, кстати, только недавно вышел. Бум! Е! Видели? Еще бы чуть-чуть и попал. Так, вижу жертву. Тихо, пожиратель. Задел бампер, да? Да, бампер. Блин, было бы классно, да, если бы я прям четко попал в него? Так. Разрушитель едет. На! Офигеть! Вот это я чувствую мощь! Так, пацаны, что, вы сильно, да, там прячетесь? Так, никого пока здесь не наблюдаю. Псих едет. Вот это у него там под 10 базук вылетает сразу. Минус еще одно здание. Я разрушу этот город! И никто у вас не спасет. Бу! Вижу! Слышь, ты! Еще бы чуть-чуть бы еще одного увидел. Ой-ой-ой, базука далеко летит очень. Так, наблюдаю за пацанами. Они взяли очень быстрые машины. Тяжеловато мне будет, ребята, вас убить, но я смогу. Нет, Дим. Не сильно быстрые? Обновили, Брикрикс очень круто смотрится теперь, это все дело у нас. Вы психи, вы где? Дим, я на... Я еду вас мочить! Сейчас мы поломаем все здания, и я буду их видеть всех. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, у меня же бессмертие включено. Так, подождите, что с моей машиной что-то не то. Слышу, кто-то едет. Это я. Это... Попал? Нет. Давайте снимем уже здание это. Еще одно здание ушло. Вижу психа. Еду за ним. Я должен тебя сожрать. А куда он повернул? Видел. Ребятушки, я еду за ним. На! Вот это он разлетелся. Красиво, отлично. Пойдет. Может, в принципе, другую машину взять. Что-нибудь такое побольше. Чтобы были эпичные взрывы. Вижу еще одного. Бум! Вижу. На! Ты живой! На! Иди сюда, подлец, я тебя вижу! Нифига ты не... Сожрал! Отлично, ребята, мне нравится. Сразу видно, вы поставили лайк, чтобы ролик был крутым и веселым. Так, все разлетелось просто. Блин, что мы Брикрикс раньше не записывали? Ребята, если вы хотите, чтобы мы Брикрикс чаще записывали, давайте соберем 3000 лайков или напишите в комментарии, мы хотим Брикрикс. Если будет очень много, мы сразу запишем Брикрикс, что-нибудь еще эпичнее. Возьмем еще больше подписчиков и сделаем несколько пожирателей мощных. Ой-ой-ой! Красиво разлетелась твоя машина. Ой, моя жопа горит. А нет, это не моя. Чья-то жопа горит. Красиво! Прям под меня подъехал. Пацаны, спасибо, что вы такие кадры мне делаете эпические. Мне нравится. Надеюсь, подписчикам тоже. Кстати, любой может превратиться с зрителя в настоящего подписчика канала Димас ТВ. Для этого надо подписаться. И чем больше нас, тем больше стимула мне записывать что-то новенькое и крутое. Так, здание, слышь, ты отвали от меня. А можете потом, знаете, что можем записать? Что все будут охотиться на пожирателя. Как вам такое будет, да, прикольно? Когда пожиратель будет убегать, а вы будете его пытаться убить на танках. Так, я вас не вижу, пацаны, вы сильно прям прячетесь, да, от меня, так понял? Я поехал, Дима, в смысле? Я не увидел. Опа, кто-то машину поставил. Так. Я тебя вижу, Дима.
перед тобой вот стою. Так где ты? Хочешь, да тебе подъеду, Дим. Ну, если ты смерть и не боишься умереть, конечно, подъезжай, я всегда рад. Я тихонечко еду по городу. Еще одно, чтобы было лучше видно. Так, не вижу. Угол обзора маленький. Пожиратель едет. Еще одно здание ушло. Вообще жир. Дим, я перед тобой полетел. Да ну, я потом буду монтировать ролик и увижу, что-то нифига не вижу. Еще два здания. Вообще жир. Вот это я готю их всех. Бум. Блин, вот это мощь. Привет. Вижу. Нет, не вижу. Вижу! А ну стоять! Стоять, иди сюда! Ну что, пожиратель разозлился. Так, готовим, пушки заряжены. Так, так, так. Попал? Нет. Вот это было рядом! А ну стоять! Тихо, 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 тихо. Нет! Давай! Вот это жесть! Сейчас! Не-не-не-не-не! О, мы вообще не упал! Вообще! Вижу, Куёка, я еду за тобой! Ой, рядом пролетело! Есть! Еще на! Куёка, ну что, я тебя уничтожил? Уничтожил. Так, вижу еще одного. Видимо, я прилечу на аэробазу и увидел танк. Ой-ой-ой! Да как ты живой остался? Ой-ой-ой-ой, там все рушится, но я не попал по нему. Стоять! Стоять, пожиратель с базука тебя убьет. Слышь, ты! Вот это мощь! Хе-хе, фигачи все! Так, я слышу, кто-то где-то едет. Тихо. Беги, коп, который на машине! Я тебя должен убить, иди сюда! Да ты смотри, а! Он рядом, базуки, прям рядом пролетает! Блин, вот пожиратель тяжеленная машина просто. Привет, Дим. А где ты? Где ты? Действительно. О, вижу. Не попал. Ой, корочка, не попал. Ой-ой-ой. Попал. Дим. Давай я тебя буду жрать. Ха-ха, я ж пожиратель. Жрём танк. Ого, ты живой, у тебя колеса поотваливались. Ха-ха, иди сюда. На, зацепил. Еще зацепил. Ну что, прощай. Нет, не прощай. Нет. Так как ты еще едешь? На! Да танк мощный, ребята. На! Нет. На! Да! Еще и желтого задел. Нет. Вот это эпически. Бум! Бум! Зря ты сбоку стоишь. На! Куёка, я за тобой еду. Это еще не все. Дима, не надо. На! Вообще разлетел. Помоги. Так, меткое попадание. На! Еще. На! У тебя передок просто морда разлетелась. Куёка, ты еще живой? Конечно, я уже уехал. Так, танк. Где танк? Дима поломал, я выжил. Да? Да. Хорошо. Я специально тебя оставил живых, чтобы ты мучился. Машинку. Вижу танк. Куёка, ты же не восстанавливался еще? Нет. Это было эпичненько. Давай, я еду за тобой. Блин, а он быстрый такой? Слышу, где-то вот здесь вот едет. У меня, короче, кресло выпало. Ой-ой-ой, прям над ним пролетело. Тихо, пусть падает вниз. Пусть падает. Нет! Дима, я тебя сзади... Дима, не надо! Есть! На, есть, все! Живой? Ты живой, да ладно! Ой, зря ты сбоку встал. Сейчас я тебя уничтожу. Сейчас, ребята, это еще не все. Ну прощай. Да. Вот это жесть.
Ой-ой-ой-ой-ой, рядом пролетело. Так, вижу жертву впереди. Нет, не попадет. Че такое быстро? Вот эта машина у меня. Нифига себе, он сколько едет километров. Я думал, что 150 это лупашит. О, как... Вижу, уходит. Я его в живых не оставлю. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это мощь. Здание завалилось на тебя? Занесло. Нет. Так, давайте будем выслеживать. Вижу жертву эту. Есть! Попал? Ой, это было наход. Ой-ой-ой-ой, красиво ты-то. Ты жива еще? Меня отнесло. Я понял, ладно. Ты сам себя наказал. Я хочу куёка на танке. Мне нравится танк гасить. Классно. Где же танк у нас? Танк где-то ездит. Там где-то едет. Еще одно здание. А, поезд. Раз. Ой-ой-ой, я вижу. А ты что делаешь? Эй, ты меня перевернул! Я тебя выстрелом попал, да? Ой-ой-ой, еще чуть-чуть бы и попал. Слышь, ты от меня ты не уйдешь. Уйду, я в прошлый раз. А я стреляю жестко, вообще, по всему, чего вижу. Здания рушатся, все рушится. Да блин, он такой всик, так быстро ехать, зафига ж так быстро. Ладно, ты уехал, у тебя эта машина маневрена. У меня, ребята, тяжелая машина, тяжеловато на ней немножко управлять. Я ищу танк, я хочу танк гасить, мне нравится по танку. О, вижу, куёк, это ты? Ты еще по мне стреляешь? Ой-ой-ой. Да. Ой-ой-ой. И друзья, поехал. Нет, стоять. Опа, кусок жопы оторвал. Дима... Дима, словишь пулю? Нет. Есть. Ой-ой-ой. Ты живой? Нет. Нет, куёка дэд. Это было эпично. Где ты? Эй, ты по кому? Ты по кому хотел стрелять? На. Еще одного убил. Ну все, ребят. Я мощь. Ребята, пожиратель сегодня всех мочит, кого можно и нельзя. Блин, ну танк мне нравится с танком воевать. Он мощный, но тот был помощнее танк. Помощнее. Ты, желтый, я тебя когда-то поймаю. Блин, у меня инерция большая, очень тяжелая машина. А где ты? За тобой. Вижу. Давай, иди сюда. Ай! На! На! За брата! Брат за брата и умер. Нет, я не умер. Я тебя сожру и затараню. Ой-ой-ой, дуло отлетело. А я поехал, Дим, пока. Да, где ты уедешь? Еще едешь? Да ты чё, стоять? Нет. Да смотрите, это тот живучий. Бу. Здание еще одно разрушилось. Как я сказал, будем разрушать сегодня все. Я на двух колесе еду. На двух колесе? Да. И сыгра подлагивает дневно. Ну тут на желтой машине я его никогда не поймаю. Это тяжело его поймать. Ну типа давай. Раз на раз. Давай, раз на раз. Иди сюда. Раз на раз. А где ты? А вот я. Тёрненький. Так. Прицел. Давай, Ой, что ты меня не слушаешь? У тебя бессмертие. Нет, Дима, как раз нет. Ой-ой-ой-ой-ой. На. Ты давай, что? Нормально, потихонечку воюем, жестко воюем.
Я тебя буду жрать. Не надо. Здание упало на танк. Разлетелся этот твой танк ни о чем вообще. Не надо. Да как ты, с чего сделанный? Я? Челепизрик ты. Так, догоняем жертву. Не надо, я быстро. Попал. Попал. Почти попал. Ой, четкое попадание. Промахнулся. На! Вообще, у тебя еще целый танк, да ладно? вот так сейчас попаду. Ай-яй-яй. А смотри, а. Так, подлавливаем его. Прощай. Ой-ой-ой, вы по мне гасика. Да вы задрали! Да отвали! А давай теперь я. На! О, все, запчасти отлетают. Видите, как плиты такие. Так, давайте вот этого будем гасить. Так, целимся. Попадание. Есть! Попадание. Есть! О, нормально. А я бронированный, Дим. Придется тебя грызть. Давай, грызем. Откусываем танк. Есть! В попе шерсть. Пора и тебя сожрать. Да как ты еще живой, а? Мои щупальца... Ух ты, блин, мои щупальца тебя не берут. Так, надо отъехать. Тут в вакханале, я в запчастях загруз. Давай. Есть еще. Вот это жесть, ребята, как громко бахает. Ай! Так, подожди, что-то у меня пушки криво стреляют. Да откуда ты стреляешь? Откуда? А, ты с базуки? Так это нечестно! Это как я тебя не сожрал? Еще один приехал. Сейчас, ребята, меткое попадание. У меня меткое попадание. Есть! Да как это... Да чего? Мощная пушка у тебя, я вижу, была. На! Хорош! Еще разок! Получай! Ух ты! Так, ну что, пацаны, давайте теперь я выключу бессмертие, и вы попробуйте меня убить. Как вам такое? Все, бессмертие отключено. Включу только у себя, чтобы я живой хотя бы остался. Все, ребятушки, теперь они должны меня поймать и убить. Валим. Дима, теперь иди сюда, теперь я монстр. Не-не-не, я валю. Я тут... Ай, я перевернулся! Ай, нет, стоять! Да как? Привет! Ай-яй-яй! А, вали, у меня уже отвалилось колесо! А, нет, целое колесо. Глаз отвалил. Ух ты! Надя. А, валю. Привет. А теперь... На! На! Я, может... Ох ты, у меня уже тут нету половины машины! Все! Все, ребята, вы меня замочили! Ну я живой! А еще и переехал танком! А давайте бессмертие отключу, умру я или нет? Так, бессмертие отключено! Короче, я смертный, давайте! Валю! Беги, Димка, беги! Так. Я валю. Замочили мою машину, пожар. А! Здание на голову упало! Блин, ну все. С вами Димас, Абгай, Куёко, Енот, Робби. Пацанчики, поздравайтесь.
Всем приветики, омлетики. Мы в Брикриксе снимали очень много классных построек, но ни разу не снимали обзор на бомбы. Поэтому, если опять укажете приятного аппетита, а мы сегодня делаем обзор на крутые бомбы. Погнали. Так, первая бомба называется Atomic Bomb. Блин, а если она взорвет сразу всю карту? Это будет смешно, наверное. Бомба наверху. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, она не взорвется так, не? Держите это для транспорта. Все, отлично, я бессмертный. Ну что? Ух ты! Тут нажимаю Е, детонейт. Нифига себе нажахает. А ну, Серега, взорви, я только подальше отлечу. А давай, смотри, на многоэтажку я закину. Давай вот самый верх. Не-не, то на следующие бомбы, потому что мы до конца ролика взорвем все тут здания. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что будет мясо. Серега, давай. Да-да-да, я отлетел. На. Так, подгружается, потому что мы эти постройки обзор вообще не делаем. Ух ты. Это просто гигантский перевозчик здоровенной ракеты. Дима, нажми, получается, на своей клавиатуре Punch Up. Нанес. О чем я и сказал? Я за карту вылетел! Дай-ка нифига я... себе колеса, они просто гигантские. А ну, Серега, давай, покажи, что она может. А можно как-то эту ракету все-таки управлять? Там вверх ее отправить или вниз? А, я вижу, тут есть здоровый подъемник. Можно, можно. А как? Не то, Серег. А, Punch Up. Punch Up давай. Down, или Punch Up. Down нажимай. Нифига, нифига, нифига. Можешь через Alt попробовать. Alt надо нажать, Серега, а потом уже Punch Up. Точно, мы вспомнили, ребят. Во, Серега, ты запускаешь. Я поднимаюсь. Блин, она просто гигантская. Серега, ты уже подожди, запустил движки. Подожди, нет, это не я, это енот нажал. Я нажал? Не-не-не, Серега, никто ничего не нажимал. Давай-давай, тягу, добавляй. Есть, полетело. Серега, нажми. Справа на клавиатуре, нажми на 2. Воу, ты ее активировал. Да. Нифига себе, там еще часть какая-то лагает. Не до конца, конечно. Во, еще раз. Ой, какая она небольшая. А ну-ка, давайте, взрывайте ее. Бомбись. Мне интересно, здание развалится, которое рядом находится, или нет? Прикольно. Ну, не сильно и мощно, да? Не, она слабая. Только миллион запчастей от нее отлетает. Просто красиво, да, разлетается? Хорошо, давайте следующая постройка. Б-53. Ой, это что-то, ребята, посерьезнее, мне кажется, да? И обратите внимание, здесь значок радиации. Готовы? Не, стой, да. Серега, стой, дай. Я отлечу. Ой-ой-ой. 3, 2, 1. Че? Всрало? А! Ух ты! Это мы лоханулись. Прикольно, кстати, взорвалась, мне понравилось. Ну слабо, да? Давай, короче, возле здания я прям под небоскреб ее поставь. Сейчас. Под самый низ. Под самый низ, да. Сможет завалить или нет? Вот так, да. Ребята, напишите в комментариях, завалит или нет. Нет, нифига. А, она еще не активировалась. А у нее толстая броня тут, фига. Еще да. Завалило здание. Бу. Блин, люблю такое делать. Давайте возле этого здания будем дальше. Сколько бомб, столько и зданий. Представьте, здесь будет у нас в паке бомба, которая разрушит весь город. Есть такое, может. Бомб царь. Царь бомба? Да. Большая бомба. Ого! Да ну ладно! А ну, может, она также умеет делать? Сейчас проверим, альт. Хотя нет, тут небо, что ей блокачивается. Что-то отлетел от нее. Ой, я ее взорвал! Да ладно! Фига не сколько моторов. Так, я ставлю эту бомбу, пацаны. Хочу далеко отлететь, чтобы вы ее взорвали. Давайте, взрывайте. Кто ее может взорвать? Бум. Ну, если смотреть сдалека, взрыв не такой, что и мощный, как хотелось бы. Хорошо. Дома он разрушил нормально так, Дим. Два дома я сразу улетело в небытие. Хорошо, давайте вот этот дом будем проверять на прочность. А бомбу на мощность. Могу... Следующая Atomic Bomb. Ядерная бомба. Да. Ого! Я отлетаю на сразу. Взрывайте. Погоди, Дима, она отвалилась. Развалилась бомба, да? Да давай. Сейчас.
Воу, я видел, как стекла повылетали, прям радиус ее. Но круг есть такой, но не прям большой. Она цепляется еще, можно зацепить ее за что-то. Следующая у нас Томас. А, так это паровозик Томас-бомба, сейчас увидите. Вот, блин, сразу взорвалась. Нифига себе она жахает. А ну-ка, давайте, поставьте еще раз и взорвите ее. А как ты... Я взрываю. Ё-моё. Камере свободно. Да что ж такое? Давай я взорву. Да нормально, нормально. Нифига себе ты взорвал, Дима. Ого, это ж сколько у меня взрывчатки? Это... Да что, я ничего не сделал. Ты перевернулся. А, этого достаточно, да? Так, я нажал влево или вправо просто, и все. Ну вот. Так, еще раз ставлю, так в этот раз я надеюсь, что будет все хорошо. Так, я вперед чуть-чуть нажимаю, все, я понял. А, Дим, это я понял. Она заскриптована. Я знаю, может, когда мне садится, надо альт отжать? А ты смотри, Дим, у нее правая сторона, видишь, в ускорителях. Это типа ракета. За этого она не падает. Вот это оно жахает. А задним дает. Спокойному. Но задом можно и кататься, слушай. Я понял. Прощай. Ты что ты здание все ломаешь? Так, летим к следующему зданию. Какие у нас еще тут здания целые? Вот, тут еще тут пятиэтажки у нас остались. Давайте тут будем. Так, следующая бомба. Напалм бомбс. О, так сейчас все будет гореть. Едить, колотить, она просто падает и все горит. Она снесла все пятиэтажки. Да, 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 да. А вот одна есть. Парковка есть еще. Подожди, что она делает? Она с таймером, не? Ну, а, вот, где? Просто взрывается. Да. Такая какая-то просралка. Лень. Ну да. Пердушка. Пердушка. Во, ребята, это что-то сейчас будет эпичнее. Реалистик нуклеар бомб. Ой, ё-моё. Что произошло? Я буду эту бомбу, ребята, ставить на поле, потому что что-то там мешает ей появиться. Так, давайте все-таки реалистик нуклеар бомб. Ух ты! Со стороны это выглядит очень странно. Прикольно? Ядерный взрыв. Оно выглядит, да, на ядерку. Грибочек такой. Видите, вот. Колотить, оно взрывается. Неплохо, парковка неплохо. Улетела. А, не, это еще не парковка. Вон падают какие-то запчасти еще. Так, давайте очистим карту, потому что что-то оно, как всегда, сдали в ахханале. Невидимая бочка. Не забудьте обязательно написать, какая бомба больше всех вам понравилась. Пока мне еще никакая не нравится, потому что слабые, все слабо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, выходим с бомбы. Все, сделай бессмертие, Дим, а то ты сейчас прибомбанешься. Готовы? Да. Давай. Давай. Бомби. Да. Ой, красиво. Она прям как кластерная бомба. Да-да-да. Она скидала и взорвалась. Так, это было прикольно. Так, глаб-бомб, друг. О, я знаю эту машинку, это моя любимая. О, она заминированная, да? У нее на альт можно управлять как в этот погрузочном и выкинуть ее. Можно ее отстегнуть. Бомба. Не-не-не, мы сейчас, короче, отъедем, и вы ее взорвете базуками. Блин, она прикольно управляется очень. Давай на парковку, Дима, на парковку. Не, я хочу возле дома встать. Так, сейчас я выйду только с нее стопе. Чик. Выходим. 3, 2, 1. Нет, тут слабо. Погоди, мы бомбы. О, нифига себе слабо, неплохо. Грузовик целый еще. Да ладно, такого взрыва. А, нет, оно да, он вот идет время. Вот тут кнопку нажимаешь, время идет. Кто-то нажимает. Кто-то это я случайно нажал, там же 3 кнопки. То есть, если я буду разминировальщиком, мне не давать разминировать бомбу. Погоди, я... погоди. Так, тут each button. Тут должно время идти. Тут это надо обезвредить бомбу. 2 минуты, короче. Молодцы. Это я, профессиональный разминировальщик. Бомба так. Слабая. Так кто? Не наступайте на нее. Она... Стойте, ого! Это что за катапультация от моего имени? Нифига себе, вот это я именно дал.
Так, подождите, а почему эта машина сразу взрывается? Ого! Я даже не ожидал, что я просто при касании такое случится. Друг сейчас взорвется. А, ты вот он. Праздник нам приходит. Неплохо, да? Праздник нам пришел. Бомбы. Прям салют из машины какой-то. Бомба нам принес. О, надо было нам когда бомбы активировать в следующий раз, если будем записывать, ролик наберет 3000 лайков. Интересно, взорвется бомба, если ее кинуть в мясорубку. А давай, может, под паровоз кинем бомбу? Или на следующий... О, поставим раз. На рельсы. Точно, хорошая идея. Ребята, напишите в комментах, взорвется бомба, если ударит поезд. Не взорвалась! А почему не взорвалась? А вот. Взрывной механизм, потому что не задели. Если сейчас опять бомба не взорвется, это будет прикол. А не, взорвалась. Монах. И поезду пофиг вообще. Да, тут поезд заскриптован. Этот поезд напоминает мне с игры GTA 5. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики. Еще. Это сейчас.